Всем привет! Вы на канале Мистер Зайка. И сегодня... да. Так, почему я делаю без приветствия? Я начну делать мое приветствие только тогда, когда у меня будет на приветствии или 5, или 6 лайков. Пока у меня только 2 лайка. Так что я не могу пока делать приветствие, потому что 1, 2 лайка, 1 дизлайк. Это даже не знаю как. Ну ладно, сейчас 10 моих любимых поэтов еще раз, но уже топ-10, а не топ-21, кажется, там было, да. Ладно, поехали. Итак, мой любимый поэт под номером 10, это вот такая вот милая сова. Она мне очень нравится. Мне кажется, она милая, она такая, даже не знаю, как сказать. У нее, ну, в очках она смотрится прикольнее, чем без очков. Сразу вам говорю. И вот так, я поставлю вот на 10-е место. Она очень милая и красивая. 9-е место идет вот такая вот красивая киска. Она мне нравится тем, то, что у нее вот очень красиво сделаны глазки. У нее вот тут вот туловище такое очень красивое. Когда вот, если вывернуть ее вот так на бок, так вот он та-да делает. И вот поэтому она мне нравится очень сильно. Я вот так поставлю. Их не видно там, конечно, но... Ладно. А я могу их еще имена называть. Ну, я назову. Это учительница, это Мисс Оуэн, это Элли. И еще один поэт, это ее зовут Надя. Ой, она очень милая. Еще у Мисс Котика есть точно такая же, только другого цвета. Точно такой же формы и другого цвета только. Она даже была моя, но я ее поменял. И, ну, я из-за этого не огорчаюсь. Потому что тоже мой пэт стал моим любимым пэтом, но он не входит в эту десятку. И вот такая вот милая ласка. Вот у меня. Мне она очень нравится. Она смотрит вверх, но не вверх, но в бок. И как будто мечтает. Или, например, если так поставить ее, и мне какого-нибудь мальчика, я сейчас, к примеру, собачку. Поставлю. Нет, не собачку, вот это вот. Тоже ласка, она тоже не входит в десятку. Ну вот, как будто она... О, это мой любимый. И смотрю на него как бы влюбленными глазами. И это мне в ней очень нравится. Следующий поэт под номером 7. У меня вот такой вот милая, вот такая милая ласка. Это девочка, ее зовут Светка. Ну, она мне нравится тем, что у нее вот тут вот так вот красиво, как будто у нее она вот так вот легла, и ей кто-то воду сюда выплеснул, и у нее вот так вот такая вот красивая расцветка. Она мне очень-очень нравится. Следующий пэт под номером 6. У меня вот такой вот док. Его зовут Фио. Вы его видели в сериале. Сейчас скажу. Он называется «Школьная Олимпиада». Вот такой вот милый песик. У него голова чуть-чуть перекрутилась, но это ничего. Он мне нравится тем, что у него такие глаза добрые. И он так мило на нас смотрит. Следующий поэт у меня – это вот такой вот милый поэт, которого зовут Таксиль. Это Такса. Он мне нравится тем, что у него вот... тем, что он хорошо стоит, то есть его трудно уронить. То есть вот так ему делаешь, там он не падает, вот. Вот он мне этим нравится. Еще мне нравится то, что у него вот тут вот такая вот красивая расцветка. И он стоит, как бы можно сказать, почти на животе. Такой вот милый пэт. Еще, ну, я вам вот так подвину чуть-чуть тогда. Следующий пэт. Под номером 4. Он уже, можно сказать, почти победитель, потому что всего 3 призовых места.
Такой вот пэт. Это выдра. Но не выдра, ласка тоже. Ну, вообще-то это выдра, да. Но я ее... Она мне нравится. Очень. Потому что у нее такие глазки милые. И у нее такой хороший носик. Еще у нее вот сюда можно посадить малыша, но я малыша показывать не буду, потому что он не моих любимых. И третий пэт под номером 3. У меня вот такая вот кисочка. А, и кстати, ее зовут Трикси. Да, я забыла, что сказать. Это красочка, такая вот милая киска, которая мне очень нравится своей расцветкой. У нее как будто вот тут вот краска и вот тут. Она очень-очень милая, она мне очень нравится. У нее глазки тоже смотрят наверх, и она мечтает. На втором месте у меня золотой или золотой, вот такой вот красивый песик. Его так и зовут, Золотой. Он мне нравится своей расцветкой, и у него очень красивые уши. Еще они переливаются очень красиво. То есть, с одной стороны, как они... Тут не показано, но тут кажется, как будто они серебряные чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Если приглядеться, то да. Такой вот пэт. Он мне этим нравится. Последний пэт под номером 1 это Джессика. Вот такой вот милый пэт. Я ее не показывала еще ни разу, потому что появилась она только сегодня. И как только появилась, я прям сразу в нее влюбился. Она мне очень-очень нравится. Поэтому она стоит на первом месте. У меня тоже такой пэт есть. И я его еще не назвал. Но я хочу его Бор назвать. Бор или Гор. Потому что... Он тоже очень хороший, но у него вот тут вот хвост погрызен, потому что когда я был на море, то у меня моя собачка была у моей бабушки, а пэты были у бабушки. И она сгрызла одного пэта полностью, мою золотую рыбку, и некоторых пэтов погрызла, в том числе и моего бобрика. И поэтому Катя с канала Мисс Котик ЛПС подарила мне, ну не подарила, в обмен можно там на крабика. Я обменял вот такую вот прикольную бобриху. И ее зовут Джессика, как я уже и говорил. Мне очень нравятся ее глазки, зубки и хвостик. Она очень милая и, даже не знаю, тоже, можно сказать, мечтает. Вот такой вот пэт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Зайка. Пока-пока!